Я же просто не выдержал. Они через решетку носы друг другу лижут, моют. Я говорю, ладно, идите вы уж, чё. Борцы. Я наблюдал любовную сценку двух собак. Киргизская порода в горах. Это вот откуда взято, понял. Пока, как говорит русская пословица, пока самка не скочит или как там? Ну да. Напомните, кобель не соскочит. Вот оно, там явно это проявилось. Глядел и поражался. Зима, снег лежит, кофе. А когда щенят она принесла несколько, кобель близко подойти не может. Я вот этому поразился. За километр обходил, близко нет. Вот это я поразился. Удивление. У вас удар солнечный будет, орлы мои. У них шубы-то еще зимние. Еще и жара. Жарко, конечно. Так, значит, линька должна быть еще. Они полиняют за середину лета только. Ай-яй-яй, это долгая история. Крышу будем тогда сюда. У них есть тень вот сзади-то, везде там домики есть. Типа салафана, что практически этот искусственно натянуть. Ангары есть целые такие вот материалы. Вот пыхалки-то, вот вы пыхалки-то.